Всем привет! В этом обзоре я расскажу вам про поезд «Алфавит» от Fisher-Price. Этот поезд продается в открытой картонной упаковке, в которой можно увидеть сам поезд и даже его пощупать. Также спереди написано, чему обучает этот поезд и различные его функции. А сзади изображен радостный малыш, играющий с этим поездом, и более подробно расписан функционал самой игрушки. Паровозик этот довольно крупный по размеру, и он очень яркий. Спереди у него изображена очень милая улыбающаяся мордашка. А сбоку можно увидеть три буквы алфавита и изображение веселого щеночка. Также сбоку находится окошко, в котором расположен дисплей. На этом дисплее отображаются цифры, буквы и различная анимация. А с другой стороны в окошке находится динамик. Сверху этого паровозика находится вращающийся барабан с изображением зверушек. Это свинка, уточка, котенок, овечка, а также все буквы алфавита. А труба этого паровозика является кнопочкой, которая включает различную музыку. Колеса этого паровозика крутятся, и малыш может катать его перед собой и ползать за ним. Сбоку паровозика находится маленький рычажок, под которым изображены три буквы алфавита и нотки. Передвигая этот рычажок, вы можете переключать режимы обучения либо музыкальной, а также выключать сам паровозик. Ну а теперь давайте его включим. Начинается урок! В режиме обучения паровозик приветствует нас и говорит, что урок начинается. Теперь можно нажимать на трубу, вращать барабан и учиться. А, Б, В, Г. При каждом нажатии на трубу паровозик будет говорить одну букву алфавита и отображать ее на дисплее. Также малыш может покрутить барабанчик и послушать разные звуки и песенки. Все по вагонам. Раз, два, чух-чух. Три, четыре, пять. Шесть, семь, чух-чух. Восемь, девять, десять. Чух-чух-чух. Стучат колеса вверх и вниз, вперед, назад. Закрутились, закрутились, прямо в город прикатились. Когда малыш будет катить этот паровозик, он может послушать разные звуки и песенки про алфавит. Все по вагонам. А, Б, В, Г, Д, Е, Ю, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П. Передвинув рычаг в музыкальный режим, паровозик скажет, что пора петь песенки. Пора петь песни. И также малыш может нажимать на трубу, катать паровозик, либо вращать барабан. И при этом он будет слышать разные песенки и мелодии. Когда малыш будет крутить барабан и остановится на каком-нибудь животном, паровозик будет петь песенку и расскажет о животном, на котором он остановился. Кроме того, когда малыш будет катать паровозик, он тоже будет слушать песенки и веселые мелодии. Снизу этого паровозика есть рычаг, который регулирует громкость. Можно поставить максимальную или сделать чуть тише. Также внизу находится отсек для трех пальчиковых батареек. Чтобы их заменить, вам понадобится крестовая отвертка. На этом все. Спасибо, что посмотрели наш обзор.